Всем привет, друзья, с вами Любомир, и у меня сегодня очередная распаковка крутых товаров из Китая для самоделок. Вот такие вот посылочки ко мне пришли, одна из них достаточно большая, даже не вмещается в объектив видеокамеры. Сегодня будут очень интересные товары, поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте приступать к распаковке. Поехали! Вот такая вот штука. Что же это такое, друзья? А это у нас плата SATA расширения. Плата предназначена для того, чтобы ее устанавливать в компьютер. Например, если у вас в компьютере не хватает просто-напросто разъемчиков для SATA. Здесь их целых 4 штучки. Давайте посмотрим поближе. Вот так эта платка выглядит, если рассматривать ее на камеру, которая находится сверху. Здесь есть 2 радиатора у нас на чипах и 4 разъема для SATA. Подключается она в PCI разъем. Обычный PCI разъем, самый маленький, 1X или 2X, как он там называется, не знаю. В общем, вот такая платка. Я ее заказывал для своего сервера, потому что у меня там всего лишь 4 разъемчика, а мне нужно подключать туда 5 винчестеров, плюс там SSD-шник еще один, поэтому эта платка для меня необходима. Сзади просто вот такая вот решеточка, тут с отверстиями для вентиляции, ну и соответственно крепление крепится к материнской плате, все очень просто. Я думаю, что драйвера здесь будут устанавливаться автоматически, но в комплекте идет вот такой вот диск. Вот китайцы еще не отошли от дисков. Диски, мне кажется, уже должны дороже флешек стоить. А вот все еще в комплекте поставляются диски многих плат. И даже сама модель платы написана вот здесь на диске. R232 NSATA. Ну, я думаю, что это как раз модель этой платы. Ну, вот все, что касается этой платы. Сейчас приступим к следующим посылочкам. Ее пока что откладываем в сторону. Ну, конечно же, специальный пакетик от защиты, для защиты от статического электричества. Погнали дальше. Вот такая сумочка, друзья, здесь находится от компании Orica. Очень красивая сумочка. Сумочка для чего? Для чего она? Ну, я не знаю. Наверное, для того, чтобы сюда ложить какие-то устройства. Очень красивая, очень хороший замочек. Ух ты, вот тут нитки, да, прям внутри. Сейчас посмотрим. Вот такие вот ниточки. Ух, какая она красивая. Как же мне это показать, насколько она красивая? Вот так видно. Здесь внутри очень все мягенькое, бархатистое. Не посмотрел ее стоимость, но стоит она вроде около $3, если я не ошибаюсь. Ссылка, конечно же, будет в описании на эту сумочку, поэтому вы сами сможете убедиться. Плюс к тому, у меня сложности с переводом долларов в российские рубли, а больше всего зрителей у меня как раз-таки российских. Вот здесь имеется такой карабинчик, на который мы можем подцепить ее, например, на пояс или еще куда-то на ремень. Ну, точнее, скорее всего, за шлейку пояса нашего, куда вставляется ремень. Ну, или еще куда-то на рюкзак и положить туда все, что нам необходимо. Размеры ее
примерно 8 на 8, наверное, сантиметров. Ну, с замком, может, 9 на 9, 10 на 10. Где-то вот примерно такие размерчики. По толщине где-то около 4 сантиметров. Вот такая сумочка. Очень классная, мне очень нравится. Наложить туда всего. Наложить. Что еще туда положить, не знаю. А вот диск, кстати. Смотрите, как хорошо сюда диск помещается. Прям как будто там и был. Все, сумочку мы всего наложили. Закрыли. И убрали. Ну что, надо приступать к следующей посылочке. А следующая посылочка, друзья, очень тяжелая. Я вам сразу скажу. Что она такая по весу... Наверное, тут, кстати, должно быть написано. 880 грамм. Да, тяжеленькая. Почти килограмм. Я бы даже сказал, что она больше весит. 0,8 килограмма. Наверное, больше. Го распаковывать. Да, это весело. Коробка измята настолько, что просто она измята просто в халам, я вам скажу. По-другому не скажешь. Что тут внутри? Понятно, что тут внутри? Тут то же самое, что я уже показывал. Я сам не ожидал, что я заказал точно такое же. А мне дружбан недавно привез эту штуку. Это такие же тиски. Только здесь это топекс, а здесь какая-то... Китайопекс. По-другому не скажешь. Вот такие вот тесочки. Точно такие же. По крайней мере, по форме. Ну что, давайте смотреть. Как-то надо их извлечь оттуда. А тут все на скотче. И тут все на скотче. Кстати, что я распаковываю на этой штуке? А вы поймете потом, почему я распаковываю именно здесь. На пакете на этом. Ну, коробку, я думаю, эту пора выбрасывать. Тут все параметры какие-то написаны, сколько они поворачиваются. Русского языка нету. Ну, ладно. Коробку точно придется выбрасывать. Да, тиски точно такие же по форме. Мы даже сейчас их сравним. Так, вот только раскрутить их нужно. Но они как-то... Мне кажется, получше управляются, по крайней мере. Вот вам и Китай. Те тиски не так мягко зажимаются. Здесь вот плавнее ход шарика. И зажимается как-то проще. Но они очень и очень грязные. Это просто ужас. Они просто ужасно в каком-то... Это, наверное, картон, вот в котором они были. Резиновые губки. Все точно так же. Давайте сравним. Эти красивенькие, желтенькие, но форма. Все одинаково, все практически. Почти то же самое. Ну, форма-то вообще идентична. Ну, а все остальное почти похоже. Они выполнены, в принципе, по тем же чертежам, получается. Ну, просто раньше разными компаниями. Поэтому видно, что разнообразная тут... Толщины где-то чуть-чуть будут не совпадать. Еще какие-то детали. Вот крутилки, например, видите, нижние. Они немножко отличаются. В общем, тут долго их тестировать нечего. И все крутится, все мягко. В этих топекс. Топекс лучше крутится. Тут, конечно, как-то все загрязнено так. Ну, в принципе, тоже нормальные тисочки. Я не думал просто, что мне дружбан привезет топокс вот эти. И поэтому я заказал и даже уже про них забыл. А вот видите, они раз и пришли. Теперь у меня двое одинаковых тисков. Ладно, положим их пока туда, где у меня лежат все тиски. Точнее, я их пока туда ложить не буду. Я их отложу вот сюда в сторону. Нам они еще понадобятся. Ну что, давайте окончательно все распакуем. Остался только вот эта посылка большой, да?
А эту большой посылку мы распакуем вот так. Чик. Ох, тут немножечко не порезалось. Я, кстати, поточил нож. А здесь у нас, конечно же... Ух ты, острый какой. Когда по пальцам, тогда он острый. А здесь у нас что? Вот что тут у нас. Еще коврики для резки. У меня уже один есть, на котором я все режу. На котором я уже видосы снимаю, вы видели, да? А здесь целых два одинаковых коврика для резки. Я не помню, чтобы я заказывал два. Но их здесь два. И они зеленые. Не знаю, может кому-то больше вот такой цвет нравится. Давайте их достанем, наверное, из пакета. Смысл их в пакете держать нету. Они, я вам скажу, что, наверное, вот этот зеленый будет получше, чем тот. Или это один такой, подождите, одну секунду. Возможно, это один такой коврик толстый. Это один коврик, я думал их два. Он такой тяжелый, вот этот синий, он легенький, смотрите, какой тоненький. А этот толстяк, просто жирдяй по сравнению с синим ковриком. И очень тяжелый, и сам ложится. Разница сейчас, я попробую, камера если сфокусируется. Давайте на эту камеру наверх. Так. Видите разницу? В два раза толщина практически отличается. Плюс к тому этот зеленый, он ложится мягенько, он тяжелый такой. Он прям, вот слышно, да, как он падает, как он ложится. Сейчас попробую микрофон ближе подставить. Вот так он ложится. И он гнется очень туго. И его можно как бы формовать. Вы его заформовали, вот так все, он такой формы остается. Такой интересный материал. Посмотрим, как на нем остаются посяги. Меньше, чем на вот этом пластиковом. На этом пластиковом очень хорошо чувствуются посяги. Здесь они практически не чувствуются. Это действительно коврик для резки. И это какой-то фирменный коврик. Junexis. Cutting mats. То есть мат это ковер, я так понял, переводится. Cutting mat, а cutting это, наверное, резать. Скорее всего. Ну, в общем, это действительно коврик для резки. И он действительно для этого подходит. Его можно формануть будет. Он, конечно, может и сломаться, наверное. Не знаю, что это за материал. Но мне нравится. Такой тяжеленький. Можно будет использовать иногда и его. И этот, если мне надо будет реально что-то порезать. Потому что вот этот коврик, который я использую, синий, он больше для красоты, потому что он реально... Ну и чтобы стол не попортить. Ну а с помощью этого мы точно не попортим стол. Он очень толстый, и на нем можно будет даже, наверное, паять. И с ним ничего не случится, потому что такой материал своеобразный. Друзья, вот в принципе все, что я сегодня распаковал. Значит, у нас Орика, потом у нас... Вот эта сумочка Орика, вот эти тисочки потрясающие. Цену не помню, в описании все будет, все будет в описании. Кстати, снимается резиночка, все как в тех. Также у нас, еще раз напоминаю, SATA плата для SATA разъема расширения. Ну и, конечно же, коврик вот этот замечательный, на котором вот это все сейчас дело и возлегает. В общем, вот такие товарчики. Если вам что-то понравилось, то все ссылки, еще раз повторяю, будут в описании. Ну а с вами был Любомир, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал и, самое главное, нажимайте колокольчик, чтобы получать своевременные уведомления. Друзья, всем вам всего самого хорошего. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!